Ученики 12-й гимназии областного центра стали победителями первой всероссийской олимпиады по функциональной грамотности. Учимся для жизни, стремимся в будущее. Ребята стали лучшими среди 700 школьных команд из 56 регионов. Мы команда! За время подготовки к олимпиаде, а старт был дан еще в декабре прошлого года, ребята действительно стали настоящей командой. Поддержка друг друга и командный дух помогли им прийти к победе. Жюри оценивало знания в 6 направлениях – читательская, естественно-научная, математическая и финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. На каждый блок заданий давалось всего лишь 30 минут. Задания были действительно трудные, и времени было катастрофически мало, и они были на порядок сложнее, чем в банке заданий. Когда мы задание увидели, конечно же, мы немножечко впали в ступор, потому что нам показалось, что действительно трудно. Это бесценный опыт и возможность испытать себя и проверить свои знания в различных областях. Еще одним непростым моментом олимпиады, все этапы, которые проходили дистанционно, стало то, что команды не могли видеть своих конкурентов. Они стали известны только после церемонии награждения. Ими оказались сильнейшие школы и лицеи страны. Олимпиада предполагает проверку не только предметных знаний учащихся, но и их способность применять эти знания в повседневной жизни. По мнению педагогов-кураторов, ребята с задачей полностью справились. Это готовит к жизни. Это возможность показать себя человеком современным, готовым принимать решения, иногда неординарные, мобильным, человеком завтрашнего дня, человеком будущего. Мы гордимся, что мы с этими ребятами работаем. Мы в своем будущем уверены. Победители олимпиады получили путевки в лагерь «Артек» на тематическую смену, а их учителя отправятся на стажировку в Финляндию в дни осенних каникул. Также благодаря победе в 12-й гимназии появится новое оборудование – цифровая портативная лаборатория и, естественно, научного профиля.